Даже недавно мы проводили конкурс «Как я провел лето среди наших болельщиков». Сейчас мы наградим первого нашего победителя. Его зовут Матвей, болельщик Минского «Динамо». Вот, давайте, кто здесь рядом, давайте похлопаем Матвею. Да, Матвей, это твой рюкзак, мы тебя поздравляем. Матвей, давай еще твой прогноз на сегодняшний матч. 2-0. 2-0, ну, понятно, в пользу Минского «Динамо». Поздравляем, Матвей, принимай участие в конкурсах, выигрывай подарки. Было много сочинений, можно сказать так, вольной фантазии, но наиболее творческие подошли. У нас Павел и Юра получают также подарки. Вот, с логотипом нашего любимого футбольного клуба «Динамо Минск», классные рюкзаки. Парни, ваш прогноз на матч. Уже у нас есть один прогноз 2-0. Как думаете вы, как завершится поединок? Я считаю, что это будет твердая победа 3-1. 3-1, красиво. Сухую возьмем. Сухую, это главное 3 очка. Ну что ж, будем верить и надеяться, и отправляемся поддерживать нашу команду. Поздравляем с подарками и с победой. Все, готовы? No, 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 no.
Победа, и как вообще эмоции от матча? Это положительное, ну, тем более, когда такой хэппи-энд получается все-таки. Вроде ничего не предвещало, такой обычный заброс, пенальти, и потом могла вся игра, хотя, я считаю, полностью переиграли, можно так сказать. Да, конечно, тяжело так на поле. Оно вроде неплохое, но в любом случае мокровато и едет немножко ноги. Но надо дать должное Исаче, они все-таки до конца боролись. Очень уверенно мы начали игру, потом показалось, что немножко отдали инициативу сопернику. С чем это может быть связано? Ну, невозможно всегда прессинговать. Мы наигрывали прессинг, то есть всегда. Но все-таки силы и поле, ноги садятся, то есть тяжело так все время наступать в прессинг. Ну, вот может быть с этим, и потом, когда в конце два раза я вратарь вел, когда ты сделаешь туда-обратно забеги, вот такие, мы атакуем такую вратарь, один в один наши ворота, психология сдерживания начинает работать. Непростые погодные условия внесли сегодня какие-то корректировки? Ну, я говорю, что только чуть поля на ножки едут, поэтому, может быть, забивают, ну, раньше садятся. Так, в принципе, отдать должное я ожидал худшего поля. То есть, в принципе, если наши дамы играли день назад, то, в принципе, не очень неплохо.